13.07 в Кирове начинается программа «Особое мнение». Я Анна Лапшина, приветствую наших слушателей и представляю гостя студии Юрия Шлемензона, депутата Кировской городской думы и председателя наблюдательного совета телекомпании «Гранд ТВ». Юрий Львович, добрый день. Добрый день. Ну и, как обычно, хочу сказать, что все сказанное мной в эфире является моим оценочным суждением. Да, подстраховались на всякий случай. Вас подстраховал. И меня. Спасибо большое, да. Юрий Львович, опытный медиа-менеджер, понимает, да, чем может неосторожное слово обернуться. Хорошо. Вопросов от слушателей, к сожалению, для нашего гостя сегодня не предусмотрено, потому что наш сайт echokirova.ru переезжает на новую платформу. В связи с этим со вчерашнего вечера мы как-то там стараемся не трогать администрирование этого сайта. Но я думаю, что наших вопросов хватит. Юрий Львович, несколько тем, я не знаю, с чего хотите начать? С детей, с космоса, с культуры, с дорог? У нас главное событие, это, наверное, открытие детского космического центра. Да. Так, хорошо, давайте с него. Сегодня в 11 часов перерезали ленточку, здание на... Наконец-то состоялось. Да, наконец-то. Строили, наконец построили, несколько лет. Красиво и хорошо, наверное, построили. 360 миллионов рублей. Ну, это... Тоже неплохо, что мы освоили федеральный денег, такую большую сумму. Угу. Это дало нам налоги, дало работу. Самое главное, что в городе появится планетарий. Так, подождите. Считаю, что это очень такое значительное событие для школьников. Может, и взрослым удастся там побывать. Потому что наличие планетария – это достаточно интересный, хороший повод посещать это здание. Таких планетариев на самом деле в нашей стране очень мало. Но обещали, что он будет суперсовременный какой-то просто. Я думаю, что там хорошего уровня телескопы просто будут стоять. И так как все же у нас, мы будем надеяться, не всегда будет так пасмурно, будет светить солнышко, или, по крайней мере, не будет облаков, то мы сможем посмотреть очень интересную нашу Вселенную. Весной и летом, по крайней мере, будет возможность. Я думаю, ясное небо увидеть, в том числе и звезды. У нас и зимы бывали с ясным небом. Угу. Такое же тоже было раньше у нас. Ну вот смотрите, я помониторила, что сообщают наши коллеги пока по поводу детского космического центра. Входной билет от 150 там, рублей для детей на экскурсии, если без экскурсии, то 100 рублей. Для взрослых билет 200 рублей, билет в планетарий тоже 200 рублей на сеанс, который длится 45 минут. В принципе, вполне себе подъемные, да, деньги? Ну да, сравнимо с посещением кинотеатра. Угу. Утренние часы детского кинотеатра, да? Угу. Вполне подъемный. Конечно, мы понимаем, что нехватка денег в нашем регионе, она ощущается. И те мифические средние зарплаты, которые мы должны получать, они отсутствуют, будем говорить честно. Но хотя некий рост он и наблюдается, но вместе с этим наблюдается, вне зависимости почему-то от инфляции, рост у нас цен на продукты, у нас повышаются тарифы. Мы видим, и это, конечно, приводит к тому, что обеспечивать своих детей, пенсионеров и другие категории населения становится все сложнее и сложнее. Ну, в общем, будем надеяться... Мы, как всегда, верим в светлое будущее, да? Будем надеяться на то, что в планетарии будут еще, может быть, и групповые скидки какие-то предусмотрены для посещения школьниками, да? И пенсионеров. И пенсионеров. Вот, это, кстати, отлично. Вот, в планетарии-то, конечно, хотелось бы сходить. Я всех слушателей отправляю на нашу страничку ВКонтакте, где коллеги оперативно выкладывают фотографии. Там же еще космическая станция, макет, да. Есть, тоже достаточно интересно. Вот я вижу скафандр космонавта на фотографии в нашей группе ВКонтакте. Прекрасный совершенно скафандр, а рядом с ним грустный Владимир Мединский. Я просто... Ну, такие, которые на Арбате, да, продаются. Почему вы думаете? Нет, я имею в виду скафандр. А может, его подарили просто нам кто-нибудь, нет? Нам, конечно, я имею в виду городу, музею подарили, конечно. Даже не сомневаюсь, что его подарили. В общем, позитивное событие, несмотря на все перипетии и большие деньги, которые были затрачены. Некая внеклассная работа все же будет налажена. Я очень надеюсь, что там будут работать при этом учреждении кружки, которые смогут посещать наша молодежь, школьники. И будет достаточно активная жизнь так проходить. Вложив такие средства, хотелось бы получить соответствующую отдачу этого здания. Ну, то есть, чтобы не только развлекательная функция была, но еще и какая-то там образовательная. Да, конечно, образовательная. Я думаю, что это будет в приоритете этого помещения.
Хорошо, Юрий Львович, слушайте, вот незадолго до открытия космического центра появлялась в городе информация, ее, правда, опровергали активно, по поводу того, что космический центр не будет использоваться по своему назначению, детский космический центр откроется, вместо него школа, потому что школ в центре города не хватает. Все-таки хорошо, что детский космический центр, а не школа? Ну, то, что школа нам нужна, понятно, но то, что есть космический центр, это очень хорошо. В первую очередь, то, что там будет планетарий. Угу. Слушайте, тут вот областные власти на него возлагают такие надежды. Это будет объект, который будет привлекать в Киров туристов, как вам кажется? Ну, по крайней мере, из района области это точно будет он привлекать. Угу. А будет ли население всей России ездить сюда? Ну, это покажет работу самого центра. Ну, из соседних, может быть, регионов, из соседних. И, я думаю, что некие туры будут организовывать. Есть смысл организовывать, угу. И... достаточно интересное место, оно, во-первых, уникально по сравнению с другими местами в ближайших регионах. И если правильно все будет налажено, то это привлечет внимание. Я вот смотрю, и собственно, своих коллег бывших опрашивала, кто работает в других городах, не очень далеко от Кировской области, в сфере туризма, например, да, говорят, что да, Киров действительно в некотором смысле привлекает вот такие родительско-детские группы, потому что Динопарк, да. Теперь планетарий. И я так понимаю, что тихонечко-тихонечко без Никиты Белых, мечта Никиты Белых сделать из Вятки территорию детства все-таки чуть-чуть да воплощается. Ну, будем говорить, что территория детства и семейные отношения, браком у нас сейчас и Илья Вячеславович. Да, попросил принять меры, да. Разработать пакет, это ведь он вас попросил, депутатов, да? Разработать пакет документов для сохранения семьи. Да, потому что ситуация достаточно неординарная для города нашего и области. Превысило количество разводов число заключенных браков. Да. Так что этим будет заниматься, и очень хорошо, что глава администрации обратила на это внимание. Соответственно, будут развиваться какие-то проекты интересные для того, чтобы изменить эту ситуацию. Ну, понятно. Я-то вот все думаю все-таки в сторону материального какого-то. Мне кажется, если молодым семьям начать помогать и разрабатывать законопроекты, да, которые понятно, что именно финансовые... Что большую роль, да. В моем понимании, играет экономическая ситуация, сложившаяся в регионе. Ну, вот мне тоже так кажется. Многие, наверное, кто-то на заработки уезжает. Меньше влияют на эту ситуацию. Так, ладно, хорошо, к вопросу школы мы переходим. Буквально вот, больной вопрос. Буквально, да. Буквально два часа назад студию нашу покинули представители детской спортивной школы номер 4, которая находится на Воровского, 74, и, видимо, находится в последнее уже время, да, потому что предполагается, что ДЮС-4 переедет на Щерса 35. Я так по наслышке слышал, но юных хоккеистов перекинут вопрос, в Союз, да. А вместо спортивных школ и учреждений дополнительного образования, там, Минобра, да, едет туда школа. Изначально предполагалось, что 24-е, теперь говорят 51-е. Да, 24-е, я так думаю, что остается пока временно на своих местах. Я так понимаю, что родители были против. С неким благоустройством тех помещений, которые они занимают. Я присутствовал на двух собраниях, на встречах с родителями. Хотя даже предлагалось там с помощью транспорта помочь по доставке детей. Ну, как-то не очень родители на это все реагировали, не верили в то, что это может быть выполнено, хотя это, я считаю, что это вполне выполнимо, и администрация города бы справилась с этой задачей. Но это ведь тяжелая обстановка. Вот я могу сказать, что ситуация в моем округе не намного лучше, на самом деле. А ваш округ, давайте мы слушаем, напомним, это, да? От Сидоровки до Гнусина, это очень большая. Нет, часть. Ну давайте, от улицы Ленина в сторону это куда? Это все за рекой, да, часть. Это КМДК, это Верестники, это Коминтерн, это ДСК, и так далее, это Озерки, вот. Слушайте, а у вас-то там чего? У вас только начинается еще плотная застройка. Нет, там уже на самом деле очень сложно ситуация со школами. Я очень сожалею, что школа в районе Долгушина. Так, угу. И у меня строительство не открылось, хотя было много обещаний, что в 2018 году она будет заложена. Я так сейчас понимаю, что раньше 2020 года это не произойдет, так. Потому что из тех федеральных денег, которые я видел, что поступили в область, уже будет строительство Зуевки, да, будет. Но я думаю, что эта программа должна, мне кажется, расширяться, и вот в результате этого... Может быть, немного ускорить, потому что проект типовой есть, существует. Угу. Самое главное, что есть место
где строить школу, в отличие вот, от центральной части Первомайского района. Считаю, что это большая ошибка администрации города, когда место на углу улицы Ленина и Розы Люксембурга отдали под строительство непонятного многоэтажного здания. Это мы сейчас Вознесенский имеем в виду, который Ленина 31, который напротив Ленина 20, или да, еще какое-то да, новое здание, да, которое будет строиться. Вот это, которое сейчас недострой стоит, да? Ну, в свое время много было шума, конечно, по этому поводу. Ну, вот, я думаю, что ситуация, если на улице Профсоюзной во Враге будет построена школа, то ситуация улучшится, конечно, значительно в этом районе, потому что в центральной части уже некуда, негде практически строить, и много первых классов, загрузка в школах очень высокая, когда вторая смена занимает более 40%. Рамки. Юрий Львович, а вот такой у меня вопрос. Смотрите, если возвращаться... Тяжело учиться и преподавать тяжело. Большой все сказывается всем на... Всем тяжело. Да, это сказывается на здоровье детей. И на здоровье учителей, психологическом, ну, как да. минимум, тоже. Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы в нашей студии. Мы тему со школами не закрываем. Вернемся к ней после небольшого перерыва. Депутат Кировской гордумы Юрий Шлемензон в нашей студии. Мы продолжаем выслушивать его особое мнение. Еще-таки, возвращаясь к ситуации со школами, вот хотела о чем вас спросить. Все-таки вот это здание Воровского 74, вокруг которого столько сообщений информационных, да, и бои уже даже настоящие разворачиваются. Как вам кажется, вот это решение проблемы ради образовательной школы с большим количеством учащихся, да, условно говоря, ну не то чтобы выкинуть, да, а переселить, может быть, в не совсем подходящие условия, дополнительные, да, учреждения, спортивные школы, там, ну, неважно, могут быть кружки какие-то, все что угодно. Вот это вообще нормально или ненормально? Ну, ненормально, во-первых, что у нас не хватает школ и детских садиков. Ну, это да, ненормально. Ну, я думаю, что администрация просчитывала все риски и пришла к тому оптимальному решению, которое может существовать на данный момент. Ну, вот смотрите, с борцами... Ничего хорошего... Понятно, что нет, и в администрации там достаточно неглупые люди, они тоже это понимают. А у депутатов гордумы как-то повлиять на эту ситуацию есть возможность или нет? Это на уровне... А надо ли на нее влиять? Исполнительная власть решение принимает. В обратном смысле? Отыграть? Да. Нет, но я не думаю, что тут имеет смысл отыгрывать. Я думаю, что с 51-й школой более тяжелая ситуация, чем с размещением спортивных секций. Хотя это очень тоже может плохо повлиять, потому что мы понимаем, что секции очень привязаны в большинстве своем к месту жительства детей. Ну и те варианты, которые я слышал, я не могу уверять, что они там в действительности состоятся, то это не такое уж большое перемещение. Я о детях говорю. Ну, я говорю, о условиях мы не обсуждаем. Школа детская спортивная номер 4. Предложено ей приехать, как я понимаю, ну, там несколько Шерса мест, 35. Да. То есть Воровского. Ну, логистика 4, не такая уже. Шерса 35. Не по улице да. Попова можно доехать, да. Там ходит пятый троллейбус. Но будут ли условия для такие же условия для занятий? Не будут. Скорее потому всего, что нет, да. Говорят, что значительно меньше помещения в 5 раз. Мы же видим, что у нас минимизация затрат на спорт просто катастрофическая. И это приведет к очень нехорошим последствиям. Я думаю, что как федеральная власть, так и местная власть одумается по этому вопросу. На детский спорт все же будут выделяться те деньги, которые необходимы. Ну, по крайней мере, чтобы это не погибло. А не так телепалось туда-сюда. Да тут, мне кажется, даже не в деньгах дело, а дело именно в помещении. Вот мне интересно, неужели у города, мы же вот тогда разбирали эту тему по аренде и продаже муниципального имущества. Неужели у города нет помещений, в которые может эта школа переехать? Скорее всего, нет, потому что был бы... Предложен был бы вариант? Да, конечно. Я ну, видел печально, в списке в этих вот случае. Зданий, которые там предлагаются или в аренду, или на продажу. Ничего хорошего там нет. Да, не вот осталось. Тогда наверное, сказать, все разобрали хорошее. Да. Юрий Шлемензон, депутат... Не, ну все равно никакая специализация должна быть в здании под такие вещи. Ну разумеется, да нет, ну подождите, спортивные, если секции открываются там так-то, ведь и вентиляция должна быть предусмотрена, и все что душевые, угодно. И душевые, да. Конечно, и потом это же дети, там, наверное, санпины какие-то строгие, да? Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы в нашей студии. Какая-то печальная у нас складывается картина. Ну хорошо, мы перейдем... Зато солнышко светит. Мы перейдем к теме дорог сейчас, Юрий Львович. Вы, я так понимаю, по-прежнему являетесь членом группы общественного контроля
за качеством ремонта и содержания дорог. Да. Ваши коллеги по рабочей группе недели три назад начали поднимать вопрос о том, что готовится в Кирове аукцион на ремонт дорог, дележку так называемого дорожного миллиарда, на самом деле там побольше, да, и будет там два крупных лота. Маленьких лотов, как в прошлом году было, не будет совершенно. Ну, так в общем. Ну, в рамках закона там 15% положено выделять. Ну, то есть они отдадут субподрядчикам, я так понимаю, да? Ну, я думаю, что там не только эти 15% еще придется отдавать, потому что сил у организации не хватит. Мы же видели, РП входила московская, все на субподряде было. ГДМС своими силами большей части справлялся. Ряд Автодор еще, по-моему, да? У нас заявлял о желании принять участие. Ну, нет, у нас многие, у нас Слободского АБС работала, Великий Тигран работал, у нас разные работали. Ну, я так понимаю, что ну, в прошлом сезоне были меньше лоты. То есть Тигран Великий и сейчас говорит, что мы готовы бы взяться, если бы был лот миллионов 200. Попадут на суд подряд где-то. Потому что ФАС отклонил те запросы, которые были по... От общественников? Нет, не от общественников, это другие организации подали. Я знаю, даже иногородние, которые... Жалобы? Хотели, да, жалобы подавали. Угу. Все признано законом. Ирина Фуфачева очень подробно на рабочей группе объяснила, чем мотивирована. Хотя она тоже знает, что судебная практика по этим вопросам очень различается от региона, от одного к другому. Угу. Не все идут по пути укрупнения лотов. И судебная практика там отменяет такие, показывает, что были отменены такие тендеры. Вот смотрите, есть опасность, мы тоже ее обсуждали уже в этой студии с разными экспертами. Опасность в том, что если будет отменена вот эта вот история с двумя лотами, надо будет формировать новые задания, правильно? Ну, на сейчас конкурс... она уже не будет отменена, потому что нет заявителей, которые требуют ее отмены. А подождите, а разве не хотела рабочая группа или кто-то из других контролирующих товарищей обращаться в центральную антимонопольную службу в Москву? Пока такой документ не создан, поэтому говорите. Пока нет. Ну, то есть наша ФАС признала законным, следовательно, завтрашний аукцион тоже будет законным. Ну, и можно и после аукциона еще подавать. Попробовать оспорить. Конечно. Угу. Такие случаи были и... Спаривались. Но, к сожалению, дирекция дорожного хозяйства пока не называет участников завтрашнего аукциона. Ну, это не принято. Те, кто заявился, да? Но... Даже участники не знают обычно, сколько. Сказали, что заявка есть, и заявки есть, и заявка не одна. Ну, мы понимаем, что вот когда работают с крупными лотами, да, конкуренция снижается, поэтому минимизация цены не произойдет практически. То есть в прошлом году, я напомню, да, вот за счет вот этих этого торгов сэкономили более 100 миллионов. Да, Комсомольскую на эти деньги отремонтировали, и там, другие люки облагораживали, да, выпиливали. Так, а зачем тогда вот администрация все-таки выбрала такой путь, два крупных лота? Я думаю, что это больше связано с гарантийными обязательствами. То есть, чтобы всегда была крупная компания, которая никуда из Кирова не денется и которую можно предъявить. Я думаю, что они рассчитывают на работу, заявки будут выиграны местными компаниями. А если нет? Тогда существует закон Российской Федерации, который будет действовать на территории всей Российской Федерации. А где мы потом будем искать эти компании? Вот я так понимаю, что с агентством развития и перспективных технологий не все понятно, как они будут доделывать то, что не доделали в прошлом году. Где мы их искать-то будем? Ну, у них же есть. В Москве? Юридически. Вы думаете, ради нескольких ямок, которые надо заделать, они в Киров поедут? Ну, почему нет? Ведь в результате этого могут накладываться штрафные санкции. Не маленькие. А, ну, то есть и на штрафы мы потом кого-нибудь наймем, кто заделает ямки. Я вот не знаю, кстати, исполнение гарантийных обязательств компании, которые... 4 года... Четыре. А вот если мы привлекаем других людей к исполнению гарантийных обязательств, они, вот та компания, ну, не это может... Так же можно и о наших местных компаниях говорить. Они могут завтра уехать, обанкротиться. Ну, все же бывает в бизнесе. Ну, просто и главное, что снижается конкуренция. Вот, это плохо. В таких больших лодах, да. Не сэкономим. Я думаю, что практически не сэкономим. Ну, вот завтра надо будет посмотреть все-таки, чем в итоге закончится вся история. Да. Я так понимаю, что есть все-таки возможность еще протестовать общественников. Ну, не только общественников, и участников. И участников есть, так.
такие юридические возможности, конечно, есть. А вы не знаете, кто-то собирается как-то вот... Не знаю пока. Не в курсе. Хорошо, Юрий Львович, расскажете тогда чуть-чуть попозже. Потом все расскажу. Отлично. Хорошо. Ловлю на слове. Но у нас остается 3 минуты, на самом деле, до большой рекламы. Я предлагаю сейчас сделать рекламную паузу. Просто немножечко пораньше начнем и вернемся. Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы, председатель наблюдательного совета телекомпании «Гранд ТВ» в нашей студии. Мы продолжаем «Особое мнение». Переходим, Юрий Львович, к теме благоустройства. Любимая наша тема. Да, очень важная тема. Да, очень важная тема. Нет, ну кроме шуток, правда же. Вот. А начать я все-таки хотела бы, конечно, с опроса, который провел Вятский государственный университет. Опрос на тему, насколько Киров современный, комфортный и безопасный город для жизни. Мы более подробно о нем еще с представителями ВУЗа поговорим, но сейчас вот такие прямо исходные данные. Более 1800 человек. Ну да, очень серьезная выборка, надо сказать. Голосовало. Это много, да? Это очень, да? Большая выборка, да. Нет, вы не шутите? Это я много. Не шучу, конечно, это много. Очень много, да. Да, 103... У нас в ЦУМ проводят по стране опрос 1600-1400 человек. А тут в Кирове? А мы на регионе 1800. Это очень... В общем, да. Хорошо, большая выборка солидная, да, 1812 человек, 113 вопросов, касающихся качества и комфорта жилья, безопасности, экологии, удовлетворенности работы организации социальной сферы и культуры. В общем, множество всего. Вот, какие результаты? Респондентов попросили составить ассоциативный портрет Кирова. Негативные характеристики, которые люди, значит, озвучивали. Грязный, непопулярный, тусклый. Позитивные, спокойный, безопасный, добрый. Вообще, надо сказать, что безопасность в городе оценивают достаточно хорошо, то есть 48%, судя по результатам опроса. Криминальную ситуацию считают спокойной, то есть почти половина, да? Ну, с дорогами, с безопасностью на дорогах немножко хуже там все. Ну, у нас чем лучше стали дороги, тем у нас, к сожалению, безопасность на дорогах ухудшилась. Это вот у нас такая... повысилась смертность, у нас появилось большее количество наездов на пешеходов. Это из-за неорганизации дорожного движения. Я думаю, что та программа, которую сейчас городские власти прорабатывают по организации дорожного движения, через несколько лет даст свой результат. То есть мы восстановим дороги, я надеюсь, так как ими они должны быть. У нас будут правильно оборудованы пешеходные переходы. У нас кардинально изменится ситуация с освещением дорожного полотна, потому что она... Ну, ни в какие рамки не входит. Я вам должна сказать, что вообще с освещением в городе все плохо. Вот очень на самом деле всего 2 города в стране видел, где одностороннее освещение дорог. Вот, особенность Кирова, что у нас, если вы видели, столбы чаще всего находятся с одной стороны дороги. Да? Я даже вам могу сказать, я видел, что столбы находятся с двух сторон, но включают почему-то только одну. Да, и такая ситуация есть. У нас очень, в большинстве мест неэффективные лампы. Угу. Которые еще и энергоемкие очень сильно. То есть город не экономит на освещении. Да, ну я думаю, что период лоббирования энергетиков заканчивается в этом вопросе. И мы получим новые лампы, которые будут повышать освещенность. Потому что у нас был период, когда пешеходные переходы, где был особенно высокий детский травматизм, практически нормативы были там нарушены 12 раз. Угу. И по той программе, где были в срочном порядке изменены условия освещения. Во-первых, травматизм снизился, и освещенность там выросла сразу в несколько раз, до 2,5, а энергопотребление на этих пешеходных переходах снизилось раз в 5. Я вам скажу, я вот сейчас боюсь, может быть, я немножко ошибусь в цифрах. Я неделю назад, по-моему, видела эту информацию. В Москве за последние 10 лет освещенность улиц выросла на 40%. Это заметно, когда вы едете. Стало ярче, ярче. Это не только за счет рекламы. Конечно. Конечно. Ну, хотелось бы... Не меняет. И многие города, вот я посмотрел, как практика, я был недавно в Москве, видел презентацию мэра города Ярославля. Угу. Ну, там очень кардинально тоже изменилась ситуация по освещенности. А что они там сделали? То есть они просто вот они делают... светильники меняют или какие-то дополнительные? Да, они делают все так, как должно быть поправ. Вот если у них происходит ремонт дорожного полотна, они ремонтируют в год не 100 километров, как у нас, а всего лишь 50. Но с полной перекладкой коммуникаций, с полной организацией пешеходных переходов, с полной организацией светофоров, постановки, с ограждениями, с... как она называется правильно, разметка делается пластиком. Угу. Ну, понятно, что это период эксплуатации такой дороги значительно возрастает, и дальше муниципалитет тратит меньше
Ну, может, в Ярославле просто ситуация была получше, чем в Кирове. В Ярославле же 4 часа до Москвы все-таки. Ну как, и что? А вы в Московской области бывали, нет? Бывало, конечно. Мало того, я там жила в некоторых населенных пунктах. Некоторых, да. Типа Подольска. А в некоторых, ну, Подольск это... Еще ничего, да? Еще ничего, а так там не лучше, чем... Окраина Подольска, я вам скажу, там, знаете, такие колдобины. Да. Там не самая радужная ситуация, не лучше, чем в общем, делать надо северных комплекс. Районах. А? Делать надо комплексно. Да. Лучше меньше. Ну вот подхода это озвучивал и Шульгин, и губернатор о том, что благоустройство части города надо проводить комплексно. И поэтому вот та программа, которая уже начала работать о нашей прекрасной среде, да, которая... Это формирование комфортной городской среды, вы про нее. Да, и заметно, что население очень активно откликнулось, очень много заявок. Я знаю, что по Первомайскому району было подано более 12 тысяч заявок. Вот микрорайон только Озерки 6 тысяч заявок подал. А чего поэтому им там вот, в Озерках не хватает-то? У них новый микрорайон. Ну вот не хватает, они хотят обустроить территорию. У них там наверняка застройщика что-то хорошее сделано. Ну он старается делать, но еще немного сделал. Так. Там есть что делать, там очень инициативные люди, они создали ряд проектов. Там есть школьники, которые создают проекты по благоустройству и презентуют их там, где есть возможность это сделать. Я думаю, что вот завтра, если я не ошибаюсь, в здании администрации будет обсуждение проектов именно Первомайского района проходить. Нам говорили, да. Да, что я думаю, что соберется достаточно много людей для того, чтобы принять участие. Ну и когда у нас наступит 18 марта... Когда мы будем выбирать не только президента. Да, мы будем голосовать за те вещи, которые предлагаются. И я думаю, что это так как программа рассчитана не на один год, то эти все проекты в дальнейшем за пятилетку войдут в строй полностью. Притом голосовать могут уже с 14 лет граждане наши. То есть школьники, те, которые делают проекты по благоустройству, да, они тоже смогут. Примут активное, я думаю, участие в голосовании. А вы будете как-то там следить, наблюдать, активировать, не знаю, там, призывать людей голосовать? Вот мы просто задавали этот вопрос представителям городской администрации. На участках будут проходить с работать. Ну, я не знаю насчет участков, я... Проходили вот в последнее время общественные советы, которые существуют в разных микрорайонах, вот, говоря о 14 округе. Но если туда вечером приходило 60 до 70 и более человек. Ну, у вас активные люди. Да, у нас очень активные тусы, они вообще молодцы, там организаторы и население достаточно активное. И обсуждались вот эти проекты. Я думаю, что и также активно пройдет и голосование по этим проектам. Потому что Заречная часть, будем говорить, хотя там и ведутся много уже в последнее время работ, но она более запущенная, чем центральная часть города, а люди должны жить одинаково в комфортных условиях, что КМДК Вересники и улица, там, не знаю, ну, Ленина. Не знаю, мне вот кажется все-таки, что новые микрорайоны у нас, если не считать грязи под ногами, конечно, и окружающие стройки, они с точки зрения инфраструктуры, ну, вот как-то немножко более комфортные, да? Там проблемы с транспортом, с логистикой. Да, там где есть тротуары, да? Там хорошо. Там не хватает скверов, там не хватает мест для отдыха, нет возможности заниматься кружковой. Зачем в Коминтерне места для отдыха и скверы? Там лес рядом. Лес надо чистить. И очень озабоченные местные жители, и они организовывают субботники даже периодически. От валежника чистить? Или там от всего. От следов пребывания туристов? И туристов, и строителей, и других всяких организаций. Потому что несанкционированных свалок тоже достаточно много. Наши граждане не очень любят место там, где живут, есть такие, и засоряется. Угу. Поэтому места для отдыха надо благоустраивать, с ними надо постоянно работать, тогда будет приятно там находиться. Ну вот я хочу сказать, что активность очень высокая в этом районе граждан. Я надеюсь, что власть это видит, и средств в помощь организации этих вещей не только от федеральных программ, а от местных властей будет дополнительно передаваться для работ, и тогда отзывчивое население этого микрорайона сможет сделать очень много в помощь городу. Угу.
Ну, чтобы у людей была возможность жить в комфорте, отдыхать в комфорте, да? Да. И работать в комфорте. И работать в комфорте. Ну вот смотрите, кстати, к вопросу об отдыхе. Об отдыхе возвращайся, к культурному отдыху. К опросу Вятского госуниверситета. Да, для видел. Меня, например, да, вот открытием стало, что оказывается, наши жители очень активно посещают учреждения культуры. 33% респондентов, то есть третья часть, за последние 3 месяца посетили кинотеатр хотя бы раз, 22% театр или цирк, 11% музей, 11% филармонию или костел. При этом работой учреждений культуры наших люди довольны. Там от 57%, ну от 30% ночные клубы в Кирове, я не знаю, они еще остались. Вот. Есть, конечно. Что-то есть. Так, до 75% работы кинотеатров. Вот, знаете, для меня это удивительно. Мне казалось, что на такие вот досуговые вещи, наверное, деньги тратят по остаточному принципу. А оказывается, нет. Ну, во-первых, у нас, надо сказать, цены на эти вещи достаточно, по сравнению с другими городами, где бывают, более доступны. Угу. То есть билет в городе Москва, кинотеатр примерно ровно в 2 раза дороже, чем... Ну, рублей 500, наверное, стоит. Да, 560 и далее. Качество наших кинотеатров улучшается. Те преобразования, например, в Колизее, которые произошли, да. Джан Моле достаточно удобный, комфортный кинотеатр. У Глобуса тоже достаточно удобный кинотеатр. У Смены своя специфика. Да, там специфика, дети, там, да. Ну, и вообще... ну, не только дети, там и другие и фильмы интересные. И здания симпатичные. Да. И место хорошее. Люди, которые обслуживают это, тоже достаточно. В общем, это не реклама сейчас была. Нет, конечно. В случае какого-то одного конкретного кинотеатра. В общем, они стараются следить. Да, доступность вполне меняемая. Угу. Обслуживание тоже на уровне в этих местах. Поэтому... А в театрах? Ну, с театрами у нас, с нашим большим драматическим... Постоянные сложности. Да, у нас постоянные сложности. Ну, конечно, вложение в эти средства, которые у нас существуют, это ненормально. Он не может, когда на новые постановки спектакли, если я не ошибаюсь, там по 1 000 000 рублей в год выделяется. Конечно, это ненормально. Поэтому к нам не... В общем, вы хотите, чтобы наши театры работали, чтобы наши режиссеры не уезжали? Там, ну, они же все театры дотационные в большей своей массе. Да. И в великом городе Москва. Давайте поможем. Тоже на государственной дотации. Там денег больше. Много больше, да. А без этого не бывает. Потом, конечно, когда есть вложение, тогда можно требовать и определенную коммерческую отдачу. Да. До этого надо вложиться, чтобы получить. Чтобы заработал. Да. С этим плохо у нас, вот в этой части. Выживает. Ну вот хотелось-то, чтобы не выживали как раз, а все-таки жили. Ну, так же, как в Коминтерне жители, да, в Озерках. Год 2018, чтобы жили, как 1918. Да. Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы, председатель наблюдательного совета телекомпании Гранд ТВ в нашей студии. Я хотела попросить вас все-таки сказать еще вот о чем. Завтра кировчане будут прощаться с Маратом Френкелем, который на протяжении долгих лет возглавлял наш Кировский гидрометеоцентр, да, был членом общественной палаты в этой студии, бывал неоднократно. Экологические темы мы поднимали, и Марат Аширович, в общем, надо сказать, не боялся никого такой. Ух! Вот. Ну, в первую очередь, я хотел бы высказать слова, искреннего соболезнования родным и близким Марата Ашировича. А мне довелось практически все существующие созывы общественной палаты с ним рядом работать. Он очень был активен всегда, очень переживал за жизнь города, области, очень ответственно относился к своим общественным поручениям, и поэтому надо ему отдать должное, что я думаю, что его долго будут помнить, человек был достаточно честный. Хоть иногда я ошибался в прогнозах. Ну, это часть очень... работы, да. Мы не будем. Часть работы, да. Синоптика. Она такая у всех. Ну, очень жалко, что такой человек ушел из жизни. Ну, нам его тоже, конечно, будет очень не хватать. Я всем кировчанам, которые хотят попрощаться с Маратом Ашировичем, напоминаю, что прощание будет завтра с 10 до 11 в ДНТ, областной дом народного творчества. Это Октябрьский проспект 38, то есть перекресток Октябрьского проспекта и Профсоюзный. Вот, пожалуйста, подходите, можно будет туда
подойти и попрощаться. На этом, я так думаю, что мы с Юрием Львовичем, наверное, завершать будем программу сегодняшнюю. Я думаю, да. Я благодарю Юрия Шлемензона, депутата Кировской городской думы. Вот, с нашими слушателями прощаюсь. Надеюсь, что сегодня к вечеру наш сайт все-таки заработает в полном объеме. И переслушать нашу программу можно будет. Спасибо всем, кто нас слушал. И я жду вопросы к следующей программе. Спасибо. До свидания.